Очень тяжелый матч на самом деле. Очень непростой соперник. Бились, кувались, хотели выиграть обе команды. Но мы были удачливее, и то, что нарабатывали на тренировках, забили гол со стандарта. Выиграли 1-0. Ну, очень приятно, конечно, забить победный гол. Но команда отличается тем, что действительно очень сыгранный состав с прошлого сезона, и плюс они играют в 5 полузащитников. Как-то это усложняло вот именно встречу с ними? Ну, они в конце уже бросили много нападающих вперед и пытались забить гол. Было тяжеловато, конечно, но мы выстояли. На ноль сыграли, и все, победа. Ну, расскажите, вы автор победного гола, расскажите подробнее про этот момент. Вы уже обмолвили, что это была домашняя, получается, заготовка, да, или просто действительно оказались в нужное время, в нужном месте? Ну, получилась хорошая подача, я побежал просто в точку, мяч прилетел на голову, там уже только оставалось попасть по воротам. В принципе, ничего сложного. Ну, получается, прощальный матч этого года, впереди долгий перерыв на зиму. Какие ощущения, вот, может быть, что-то хотели сказать болельщикам? Ну, спасибо за поддержку, даже в такой холод, на самом деле, люди ходят, очень поддерживают, очень приятно играть с поддержкой. Ждем всех весной на футболе. Я считаю, что мы последние 3 матча очень великолепно провели, добыли 9 очков. Думаю, все рады. Спасибо большое, удачи. Спасибо.